טוב, ראינו את מבין טרקטט, סוטה, דף למד ג', ליסט 33, ירצון שדברי תאורה אלי נשמת קורונה, קוראים וקלם, אבי, את ידרושים מרחמים, בורך בן זבור, אמור לך, בן תמר, סיבות נימות רצה, גדול שן, רחמת קרבה של הסחת, ומסלוח חותם ישראל, שעולם בר זבורם. טוב, גמרה פרלשאית נם פריבדיץ, источники того, откуда мы знаем, эру не варим бехола шон, следующие митцвот, которые мы исполняем, лишь говоря, можно их произносить на, друг, на любом языке. Говорит Магмара, тфила, молитву. Человек может молиться на любом языке. Откуда мы знаем? Здесь не нужен пасук. Почему? Здесь логически человек к этому приходит, как написано, как говорит Магмара, рахамехи, колехи, дебае, масле. Что это молитва? Молитва — это просьба о милосердии к Всевышнему. Поэтому на любом языке человек, который может выразить свою просьбу ко Всевышнему, он может на любом языке молиться. Но Гмара приводит правило, которое Рабби Йоханан говорит, «Колошо эль церахав бельшон арами, эн малахи ашарет низгакиндо». Рабби Йоханан говорит, что человек, который молится на арамейском языке, ангелы ему не помогают. Эн малахи ашарет низгакиндо, ангелы-служители ему не помогают. Лифиш эн малахи ашарет макирин бельшон арами. Потому что эти ангелы-служители не понимают этот арамейский язык. Теперь есть вопрос. Только арамейский они не понимают, или все другие тоже не понимают, а только понимают лашон накодеш. Что тогда мы можем сказать даже арамейский, что арамейский очень близкий язык к лашон накодеш. Или даже это не понимает. Как же так получается? Как мы сказали, что тфила, молитву можно молиться на любом языке, бехоле лашон. Объясняет Гмара, что кроме этого, Гмара говорит, как так мы говорим, что ангел не понимает. Гмара приводит случай, что Рабби Йоханан Коэн Гадоль, он слышал в Йом-Кипур, святая святых, на арамейском языке, что мои дети пойдут и победят войну в Антиохии. То есть это было во время греков, во время ханукального чуда, что они победят или всю войну, или вот этот бой. Когда это было решено, что они победят войну, именно в Йом-Кипур. Другая история, что Шимон ха-Цадик слышал, как сказали, что такой-то грешный царь умрет, и тогда все гзерот, все нехорошие постановления против еврейского народа были отменены, и посчитали, записали, когда это было, после Йом-Кипура посмотрели, точно когда он это услышал, в этот момент этот царь и скончался. Мы видим, что они да говорили на арамейском языке, говорит Мараш Дес, или это был Батколь, или это был Гавриэль Малах, который знает все эти языки, как мы знаем, кто научил Иосифа 70 языкам, кто его обучил, Гавриэль Малах, когда нужно ему пройти и выйти говорить с царем Египта, с фараоном. Теперь говорит Мара, все-таки объясняет. То есть, опять у нас вопрос, так можно молиться на другом языке или нет? Объясняет Мара, бецибур бехолешон, бехит бельшона кодеш. Человек, который молится вообще нигде, есть 10 человек, там он имеет право молиться на любом языке. Там ему не нужна помощь ангелов. Там Всевышний находится с еврейским народом, как Балатания, первый любавический адмор, он сказал, что когда есть 10 евреев, даже они не говорят деврей Тора, там такая святость, что даже ангелы там не могут находиться. Тем более, когда 10 евреев молятся или изучают Тору. Как объясняет Раши, цибур ло царих леу, община не нуждается в помощи ангелов, молитвы так понимается. Беяхид, бельшон акодеш. Но когда человек молится один, он должен молиться на святом языке. Почему царих, шейсей уху, малахи ашарет? Нужно, чтобы ему эти ангелы помогли поднять его молитвы. Хотя есть молитвы, которые поднимаются без ангелов тоже. Есть много святых раввинов, которые были рождены от матерей, которые даже не знали благословений. То есть тогда мужчины были образованные, женщины не были так образованы. Но как они удостоились таких святых сыновей, как, например, Кава Яшар, его мама даже не знала благословения на свечей, говорят, на свечи. Но она молилась со слезами, чтобы у нее был чистый и святой сын, и такого сына Бог ей дал. Как мы сказали, врата слез не закрыты. Поэтому молитвы поднимаются даже без помощи ангелов. Когда есть 10 человек, эти ангелы в принципе и не нужны. Дальше Гмара продолжает. Говорит, сказала мишна Беркат Амазон. Можно говорить на любом языке, который человек понимает. Откуда мы это знаем? Говорит пасук. Ве ахальта, ве савату, ве рахте, это шемеру кеха. И ты поешь, и ты насытишься, и благословишь Всевышнего. Как ты благословишь? Бехола шонша, а там и варех. На любом языке, на котором ты говоришь благословение, ты благословляешь, ты можешь это сказать. Дальше мишна сказала, швуата идут. Что это швуата идут? Рахамим зовет двух своих людей, друзей в бедин, говорит, знаете, я знаю, что у меня был такой случай, или кто-то взял у меня деньги, неважно что, вы свидетелями были, я хочу, чтобы вы засвидетельствовали для меня в бедине. Они приходят в бедин и клянутся, что они
не знают свидетельства. Они не могут быть свидетелями, они не знают, о чем свидетельствуют. Но потом это оказалось ложной клятвой. Они поклялись на русском языке, скажем, или на английском, не на нашем накодыш. Клятва считается клятвой или нет? Клятва, да, считается клятвой. Он говорит, с чего ата идут? Откуда мы это знаем? Пасу говорит, венефеш китехета, и душа, которая согрешит, вешама коль але, или коль ала, и услышала, не произнесла, кроме этого сказали, вешама, не только услышала, а понимала, понимает, что бехоля шонши и шумат, на любом языке, которым человек говорит, он поклялся, эта клятва действительно, он должен будет принести искупительную жертву за эту ложную клятву. И тоже швуата пикадон. Швуата пикадон. Кто-то дал Рахамиму что-то в залог. А потом сказал, дай ему залог. Он сказал, знаешь, этот залог потерялся, его украли, нет у меня. И поклялся об этом на любом языке. Откуда мы это знаем? Там написано там тоже нефешки техета. Душа, которая согрешит техета, техета, техета. Было у нас в предыдущей клятве. Умале, умала мальбашем, вихихеш баамито. Ате, техета, техета, мишвуата иду. Как там в клятве свидетелем было слово техета? На любом языке, и здесь тоже клятва о залоге на любом языке. Два. Дальше говорит, Мишна привела нам источники, откуда мы знаем, что следующий «Ве'элу немарим бехолашон» продолжаем, что можно говорить на любом языке, «Ве'элу немарим бехолашон акодеш». Нет, это следующий мицвот можно говорить только на святом языке. Говорит Мишна там, что сказала, «Микра бикурим кейцат». Сказали, когда человек приходил в Бет-Амикдаш и приносил первинки своего урожая, он должен был говорить это на иврите, да? Что? Откуда мы это знаем? Говорит пасук. «Ве анита ве амарта лихне Ашем Элокеха». И ответишь, и скажешь перед Всевышним своим. Пасук про Левиим, про благословение и проклятие, которые говорили, когда евреи зашли в Эрец, как мы с вами говорили, поднялись шесть колен на гору. Грезим и шесть колен на гору Эваль. И Леви и Аарон Акодыш были внизу, в долине. Леви обращались к горе Грызим, говорили благословение, все отвечали «Амен». Потом поворачивались к горе Эваль, то же самое говорили в виде проклятия, отвечали «Амен» на горе Эваль. Там написано «Ве а ве ану а львим ве амру эль коль иш Исраэль бе коль рам». Там что написано? И ответят и скажут львим всему еврейскому народу громким голосом. Отсюда мы берем «Гзера шава». Что есть от слова «Ания». Ма ания амурали алан бельшона кодеш, как там левим, то, что они говорили, было на святом языке, и там написано ве ану, и ответили, афкан бельшона кодеш, и здесь, когда человек приходил говорить бикурим, так как есть там, пасук ве анита ве амарта, и ты ответишь и скажешь, также и здесь, только на святом языке. Откуда мы знаем, что левим говорили на святом языке? Говорит Гмара, мы это учим из того, как Моше Рабену получал Тору на горе Синай во время Тантора. Написано там, пасук говорит, Моше едебер веха элухим я анену беколь. Моше говорил, а Всевышний ответит ему громким голосом. Мале алан бенашона кодеш, афкан бенашона кодеш. Как Моше, когда принимал Тору, на каком языке он принимал? На нашона кодеш, на святом языке. И там есть слово коль, и здесь левим есть слово коль. Так и левиим говорили эти благословения и проклятия именно на лашон акодеш. И как левиим говорили веану, и они ответили так, и бикурим, так и слово там веана, на лашон акодеш. Продолжает Мишна и говорит, халица кейцат. Женщина, которая должна была сделать халица, умерла, муж умер, без детей и так далее. Откуда мы знаем, что она приходит в бедин и говорит, мой брат моего мужа не хочет говорить, не хочет брать меня в жены. И он говорит, я не хочу ее брать в жены, что это говорится именно на иврите. Откуда мы знаем? Говорит пасук, «Ве анта ве амра», она ответит и скажет. Что получается, у львим, что сказали, «Ве ану, а львим ве амру», как львим говорили благословение проклятия на лашон акодеш, так и она должна говорить на лашон акодеш. Здесь есть тоже одно и то же слово «Она». «Ану» и «Ану» ответили. «Ма ле алан бе лашон акодеш, афкан ле алан бе афкан, ания бе лашон акодеш». Но Рабби Юда не согласен. Рабби Юда говорит, нет, что откуда мы знаем, что халица должна быть на святом языке, написано в Торе пасук «Ве она, ве анта, ве амра каха». Пасук говорит, что «Ве хальца на ала меал рагло». И она снимет башпак с его ноги, меал рагло. «Ве ярка бе фанав» и плюнет перед ним. «Ве анта, ве амра каха язы». И она ответит и скажет, что? Ответит и скажет «Вот так». Как вот так, говорит Иуда, на святом языке, как здесь написано? На святом языке. Вот так она и ответит. То есть он не учит из гнедарашего коль, а учит именно из слова каха. А там она каха. Каха говорит, а четумар бельшоназы. Как здесь написано, так и должна сказать. Но хахамин говорят, что каха нас не учит этому. Лашона кодыш, они говорят, это дваршигум маасе
Мякев. А что это слово каха учит? Что она должна сделать, как здесь написано. Снять башмак, плюнуть и так далее. Любое действие, которое она должна сделать, и она не сделала, делает процедуру негодной. Рабиуда же говорит, что гзирашава анья-анья работает в обратную сторону. Ми байле лагмуре лелевиим дебрешон акодыш. Он говорит, нет, то, что левиим говорили, свои благословения и проклятия на лашон акодыш, на святом языке, мы учим от соты, от халица мы учим. Что? Так и халица на лашон акодыш, так и левиим на лашон акодыш. Почему? Потому что слово «коль» у левиим и у Моше Рабейну не учит. Почему гзерашава? Потому что гзерашава человек не может найти два похожих слова в той, и сказать, смотри, как здесь закон и так здесь. Но это гзерашава может быть только то, что он принял от своих мудрецов. Это гзерашава «коль-коль». «Коль» у левиим и «коль» у Моше Рабейну. Рабиуда от своих учителей не получил. Он сказал, там я не учу это у левиим у Моше Рабейну, а я учу наоборот. От халица я учу к левиим. То есть у него обратная дорога. Теперь, так как мы сказали про благословение и проклятие, которые говорили левиим на горе Гризим и на горе Эбаль, теперь Гмара рассказывает эту процедуру, как это благословение и проклятие было. И потом Гмара приводит нам спор мудрецов, где на самом деле эти горы находятся. Куда пришли евреи, чтобы это благословение сказать. Как бы должны говорить Гмара дальше так. כיוון שאבו ישראל את הירדן ובאו אל ההר גריזים ואל הר עיבל שבשומרון שבצד שכם שאצל אלוני מורה. Когда евреи перешли реку Иордан, они дошли до горы Гризим и горы Эваль, которые находятся в Шомроне, рядом с городом Шхем, рядом с Элоне море. Где это Элоне море? Это рядом с городом. Как мы посмотрим, когда написано, что Авраам пришел в Эрицре и подошел до Элоне море, это место Шхем. Это где был похоронен Йосеф. Давай, Рахамим. Три. Теперь пасук говорит так. Алло, Эмма, Бевраэден. Вот они на другой стороне Иордана. И так дальше. Эцель Элон море. Эцель Элоне море. И написано, как мы сказали, Веявор Авраам Беэрец ад маком Шхем ад Элон море. Ма Элон море амур лехалан Шхем, аф Элон море амур кан Шхем. Теперь, если мы посмотрим на карте, то, что здесь написано, Гмара объясняет нам так. Что, если мы скажем, что это Шхем, это очень далеко. Шхем, если видно вам здесь, это река Иордан. Евреи отсюда сюда пришли. Здесь это восток, где солнце всходит. Если мы говорим, что это было рядом с Шхемом, то Шхем, он вот здесь, то есть они прошли это, они его столько прошли. Тосфот говорит, если мы идем по мнению Рабиуда, то в этот день они прошли 120 миль. Было огромное чудо, что они дошли до суда, и там сегодня есть эти две горы, Гризим и Эваль. И дальше, как мы смотрим, Гмара говорит, что там, где живут Кутим сегодня, тогда они жили, и сегодня они там тоже живут, сейчас. И даже сегодня есть. Рабиуда говорит, что это было здесь. Но Раби Элиэзер говорит, что мы как бы дальше посмотрим, что это было намного ближе, это было два холма, которые назвали горой Гризим и горой Эваль сразу, когда они перешли Иордан. То пойдем по порядку. Говорит Гмара дальше так. Раби Уда говорит, что «Алоэм абэмра ярдэн ахрэ дэрхмэ ва шэмэш бээрэсак наани айошэв барава мула гильгаль эцэль лоранэ море». Мы сказали, где эти горы находились? На другой стороне Иордана. За путем, где приходит солнце. В земле Кнаани, который живет на западе, напротив Гильгаля, эцель Элоне море. И поэтому Раби Уда объясняет каждое слово этого пасука, если мы здесь посмотрим, следующим образом. Как мы сказали, здесь это Иордан, здесь он говорит, это было где был Шхем. Поэтому он говорит, ахре дерех мово ашемеш, где это? Там, где за солнцем. Маком шемеш зораха. Там, где солнце встает. Ахре дерех. То есть это было, как Раби Уда объясняет, если солнце встает здесь, на востоке, то это было намного дальше от Дерех, это было дальше, далеко от солнца, то есть это было в глубине земли Израиля. Так он объясняет это место. Дальше он говорит, на земле Кнаана, который был на востоке, Элу, Хар Гризим, Хар Эваль, Шеюшвин, Бехен, Кутим. Это горы Гризим и горы Эваль, на котором живут Кутим. Тогда жили и сегодня они тоже продолжают жить. Дальше говорит пасук муль гильгаль, напротив Гильгаля, эцель элоне море самух ле Гильгаль, значит рядом с местом Гильгаль, и это Гильгаль, эти горы Гильгаль, они находятся рядом с городом Шхем.
Так считает Раби Иуда, что это было в глубине Израиля. 120 миль от реки Иордан. Так объясняет Тосафот. Но Раби Элазар говорит нет. Он говорит, пасук говорит так. Они на другой стороне Иордана, рядом с Иорданом. То есть не надо было евреям проходить вглубь Израиля. Как только они реку перешли, уже это было там, вот эти два холма. Самухла Иордан. Дальше он говорит, Харгризим яр эвар, вихая бе-аврам эд ха-Йордан. Как Раши объясняет, машмо бобоем. Как только они прошли эту реку Иордан, в этот день уже они сделали благословение и проклятие. Они не могли столько расстояния пройти. Тосафот объяснил, что по мнению Рабиуда было большое чудо. Дальше, поэтому Рабиуда говорит, «Ахаре дерех мево ашемеш, маком ше ахама шокат». Там, где далеко, мево ашемеш. Что это мево ашемеш? Где солнце садится. Поэтому рахамим, получается, по мнению Рабиуда Эдзера, это было дальше от того, где место садится. Где солнце садится? На западе. Поэтому, говорит, от этого места, где солнце садится, было подальше. То есть, поближе к реке Иордан, в отличие от Рабиуда. Мево ашемеш. Дальше Раби Элазар говорит, что он доказывает свое мнение следующим образом. Кто Раби Иуда говорит, дальше пасук говорит так. Раби Иуда говорит, это было далеко, он говорит, нет, смотри. Мы не можем сказать, что они рядом с Шхемом. Почему? Потом пасук говорит, берец Кнаани. Они были в земле Кнаанеев. Шхем эрес хивихи. Шхем же это земля хивейцев. Там были семь народов. Поэтому не может быть. Дальше он говорит. Пасук говорит о Йошев Барва, который живет. Который живет Барва, это Арвот, это степи, это в долине. Шхем бен Харим укваот хен Йошвин. Шхем же находится между горами, то есть на высокой местности. А что здесь Арва, мы сказали, восток или мы сказали запад, неправильно. Арва, это имеется здесь в виду долина. Дальше пасук говорит. Мула Гильгаль, напротив Гильгаля. Шхем лора у это Гильгаль. Шхем находится очень далеко от Гильгаля и не может увидеть этот Гильгаль. И дальше поэтому он говорит, что пасук нужно понять следующим образом. Ло ба катув эла ларод лаэн дерех башния кедерех шеера лаэн баришона. Теперь Рахамин говорит, Раби Элазар, что этот пасук говорит? Он показывает нам путь. Этот пасук объясняет, какой дорогой евреи должны были пойти, когда они зашли в Эрец Исраэль. Как им облако славы показывало дорогу в пустыне, так Моше им говорит, как они должны были пройти. И объясняет он так. Дерех, бедерех, леху, вело, басададу, храмим. Когда пасук говорит, идите по дороге, по главной дороге. Не идите полями и палисадниками. Не стесняйтесь, никого не бойтесь, идите по дороге. Дальше он говорит, хайошев, который живет, бейшув, леху, вело, бамидбарот. Идите по поселениям и не идите по пустыням. Дальше, баарава. Сказали в долине, Баарава леху вело бехарим убод. Идите, как мы сказали, по долине, а не по горам и холмам. Поэтому теперь Тосфот объясняет из Иерусалимского Талмуда то, что говорит Раби Элазар, что гавшушьот хаю асуй, векаразе харгридзим, везе хареваль. Два холма, можно сказать, там было, и одного назвали харгридзим и хареваль. Поэтому на них были принесены благословения и проклятия. И даже можно говорить, что когда они переходили через реку Иордан, теперь обычно, когда они шли в пустыне, сейчас мы закончим рахами, когда они шли в пустыне, где был Арон Кодеш был посередине. Два флага, то есть каждый флаг был три колена, шесть колен шли, потом был Арон Кодеш, который несли левим, потом еще шесть колен шли за ним. Но когда они переходили реку Иордан, этот Арон Кодеш встал впереди них. И уже его через реку Иордан перенесли не Левиим, а Коханим. И говорит Мара, три раза этот Арон переносили Коханим, а не Левиим. Когда это три, когда перешли Иордан один, когда окружили Ерехо, это два. И когда вернули Арона Кодеш во время Шломо Амелеха, это три. Когда они перешли, как только Коханим поставили ногу на реку Иордан, что получилось? Там вода, которая текла, она продолжала течь. И там получилась суша, но вода, которая прибывала, она продолжала приливаться. Куда она девалась? Она стала подниматься вверх. И получился огромный столб воды. Пока все евреи не перешли, вода продолжала подниматься и подниматься наверх. Это было огромное чудо при переходе евреев земли Израиля. И теперь большинство мудрецов считает, что это было отдельное указание, что в эти три раза Арон и Кодеш должны были нести
Коханим, а не Левим. Рамбам же говорит, нет, в пустыне несли Левим, а здесь уже в земле Израиля этот Арон Кодеш несли только Коханим. Бедрат Ашем, подробно на следующем листе. Баруха Адонай Леолам. Амин.